Доктор-офтальмолог Эдуард Рубинчик представляет серию передач о лечении глазных заболеваний. Передача первая. Катаракта. Причины возникновения, методы лечения. Эдуард Рубинчик окончил Downstate Medical Center College of Medicine. Катаракта – это помутнение хрусталика внутри глаза. Хрусталик – это часть глаза, которая фокусирует свет. В молодости мы сможем смотреть на Луну и на ногти и все видеть. С возрастом хрусталик теряет свою гибкость, и мы одеваем очки для чтения. После этого хрусталик постепенно мутнеет. И когда уже мутность влияет на зрение, становится трудно водить машину, читать, смотреть телевизор, даже ходить по ступенькам, настало время катаракту снимать. Доктор Рубинчик проходил резидентуру и возглавлял группу резидентов в отделении офтальмологии в больнице Brookdale University. Операция на катаракту делается под местным наркозом. Это позволяет пациенту быстро вернуться к обычному образу жизни, перейти обратно на нормальную диету, принимать таблетки и общаться со своей семьей. Сама операция занимает от 10 до 20 минут, но весь процесс примерно 2 часа. Раньше мы делали операцию на катаракту, чтобы предотвратить слепоту. Но с новой технологией мы можем сделать зрение или восстановить зрение, что было в старости, лучше, чем было в молодости. Мы многих пациентов можем избавить от очков. Доктор Рубинчик является специалистом высшей американской категории в области офтальмологии. Суть операции на катаракту – это замена хрусталика. Мы снимаем мутный человеческий хрусталик и вставляем новый прозрачный хрусталик. И, конечно, у нас есть разные виды хрусталиков. Есть простые хрусталики, есть high-definition хрусталики, есть бифокальные хрусталики. И зависит от нужды человека, я рекомендую и подбираю хрусталик, который лучше всего подойдет. Последнее достижение операционной техники – это вводение медикаментов в конце операции, которое позволяет нашим пациентам очень часто вообще не пользоваться капельками в послеоперационном периоде. Это очень удобно для пожилых людей, которым трудно капать капли 3 или 4 раза в день 3 недели. Доктор Эдуард Рубинчик практикует лечение глазных заболеваний с 1991 года. Подготовка к операции начинается в офисе, где мы пользуем самой лучшей диагностической аппаратурой. И самое главное, я пользуюсь своим многолетним опытом, чтобы порекомендовать пациенту самое лучшее для него. В операционном центре у нас есть самая лучшая аппаратура. У нас есть машина Lensex, которая снимает катаракту лазерным лечением. У нас есть ультразвуковая машина Centurion, которая самая новейшая. Новые микроскопы и самое главное, очень хороший состав с большим опытом. Медсестры, анестезиологи и помощники. Доктор Рубинчик специализируется в лечении глазных заболеваний. Глаукоме, близорукости, дальнозоркости, астигматизме, операциях по удалению катаракты и лазерной коррекции зрения. Операция на катаракту очень безопасная. У нас успех больше, чем 99% времени. Я объясняю пациентам это так. Представьте, что вам нужно перейти через дорогу. Мы все переходим много раз в день. Но одному человеку легко перейти через дорогу, другому трудно. То же самое и с операцией. Некоторые переносят легче, другие немножко сложнее. Но в конце концов мы все переходим на другую сторону. Средний возраст пациента, который приходит на операцию катаракты, 73 года. Все меня спрашивают, можно ли предотвратить катаракту. И для всех пациентов у меня один и тот же ответ. Катаракту предотвратить нельзя, но здоровый образ жизни ее просто откладывает. Смотрите в следующей передаче. Начинаем операцию на катаракту. Мы настраиваем наш новый микроскоп, самый лучший в мире. Проверяем, чтобы все внутри глаза было в хорошем состоянии. Сейчас я хочу вам показать, что мы делаем во время лазерной операции. Это моя любимая комната в операционном центре. В этой комнате мы делаем самые современные операции на катаракту в мире при помощи аппарата Lensex.